специальные палки, да. Током тебя дернет, будет опасно. Там еще у нас корабль, автобус, который в основном состоит из алюминия. То есть велосипед, он практически современный велосипед. 100% его массы это практически алюминий. Здесь у нас дурмобор, сейчас он на ремонте. И алюминий еще очень хороший проводящий свойство. Когда ходит, создает такую штатесту, оно очень хорошо проводится алюминий, и сама фигурка является источником этой декоративной фигуры. Сейчас я покажу другой здесь опыт. Здесь у нас трансформатор, здесь обычный саморез мы зажали. Если мы пропустим через него очень высокое напряжение, что с ним стоит? Но что с ним случится? Мы сделаем из него лампочку. Червяка сбили. Вставай, подбитый червяк. Он раскаляется. Видите, как светится. Смотрите, саморез. Ну и расплавляется, соответственно. Да, если он алюминиевый, то есть вот здесь. То есть алюминий, только проводящий свойств намного больше, чем у стали. Естественно, она... Так, ты хочешь сфотографироваться? Так, ладно, все, на сегодня мы заканчиваем. Приходите завтра уже.